Зюганов Геннадий Андреевич, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе. В том числе и выборная кампания, войдет в конструктивный русло. Я вообще считаю, этот год должен быть годом осмысления проблем, конструктивного сотрудничества и конкретных действий. И то, что вы высоко оцениваете четверку партий и консолидированную работу по преодолению кризиса и коронавируса, я считаю, это аванс, который нам еще следует отработать. Но вместо противоречия этот состав Думы работал достаточно конструктивно, несмотря на болезнь и трудности. Я считаю, что парламент отработал достойно и помог правительству и вам вытащить страну в самое сложное время. По моему мнению, на его совести, пенсионная реформа, предательство и разорение Грудинина, предательство Левченко, предательство и арест Платошкина, предательство всех настоящих коммунистов и их идей.